объявил войну Эридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Эльфский знающий собирался лишить короля Дикой Охоты поддержки в его собственном королевстве. Вместе с Геральтом он отправился в путешествие по иным мирам, чтобы попасть в город Тир-Налия, где находилась резиденция Гейльса, наместника Эридина. Гейльс был преданным сторонником прежнего властителя народа Ольх. Узнав, что Эридин виновен в убийстве прежнего короля, он обещал помочь Авалаку в победе над узурпатором. Мне стало интересно, что за дело ты хочешь закончить? Когда я последний раз была в Новиграде, я влипла в неприятности. Я что-то такое слышал. Некоторые мне тогда помогли, а другие не так, чтобы очень. И тех, и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? Веди. Нам нужен храмовый остров. Ты вдруг ударилась в религию? Нет, пойдем. Мы уже почти на месте. Так куда мы идем? Повидаться с ублюдком-младшим. Поздно. Его нет в живых. Я спросила Золтана, и он сказал, что ублюдок живой и здоровый сидит на храмовом острове. Я лично всадил ему меч промеж ребер. Должно быть, у тебя дрогнула рука. Он как-то оклемался. Зачем тебе это? Я хочу посмотреть ему в глаза. Что тогда? Не знаю. Зависит от того, что я в них увижу. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Что? Мы к господину Вилли. Господин ублюдок ожидает важных гостей. Убирайтесь! Подвыпердыши! Может, как-нибудь договоримся? Да, договоримся. Идите наверх. Шеф ждет. Это было... странно. По меньшей мере. Интересно, что они собираются делать? Сейчас узнаем. Надо же, кого я вижу? Ты, наконец, нашел свою маленькую протеже. Правда, у тебя это отняло немного времени. По-моему, он выглядит живым и здоровым. Ты-то думал, что замочил меня? Сюрприз, сука! Завали хлебало, ведьма, пока его кто-то другой не закрыл. Довольно! Я закончу то, что ты начал. Ой, стойте! Это же я, Дуду! Дуду Бибервель! Вы меня, правда, не узнали? Дуду? Погоди, Цири. После налета на сокровищницу Дикстры ты исчез. Как я тебя нашел? Быстро! На площади мясников! Вы поставили пьесу Присциллы! Ну ты вытащил меня на сцену! Отложи меч, Цири. Это Дуду. О, боги! Но вы меня и напугали. Ведьмаков лучше не дразнить. Ублюдок младший? Тебе что, больше не в кого было обратиться? Когда мы от него убежали... Я не знал, что мне делать. Я не мог больше скрываться. Рано или поздно меня все равно бы нашли. И тогда я принял решение. Мы-то знали, что он умер. А больше никто и не догадался. Это был мой шанс. Никто не плакал по ублюдку-младшему. В своей никчемной жизни он не помог никому. Забавно, что его стали уважать только после смерти. Говорят,
Говорят, что каждый заслуживает второго шанса. Быть может, это правда. Ублюдок в определенном смысле получил свой второй шанс. Он разделил его с одним доплером, которого друзья называли Дуду. Я и не подозревала в тебе такой отваги. И я в себе тоже. Да, кстати, ты даже не представляешь, как я рад, что с тобой все в порядке. А я что, не перерезала тебе горло? Тебя же могут раскрыть. Люди Вилли до сих пор не догадались. Его партнеры тоже нет. Даже вы повелись. И это могло для тебя плохо кончиться. Факт. Иногда меня заносит. Но обычно я очень осторожен. Интересный род занятий ты себе выбрал. У него всегда была деловая хватка. С борделями и азартными играми он тоже справится. Так в том-то и дело, что в этом нет нужды. Через 2 недели после смерти Вилли я объявил, что уверовал в вечный огонь. Продал нелегальное дело и занялся морской торговлей. И никто из людей-ублюдка не протестовал? У меня есть знакомство в гильдиях, а потому доходы в 2 раза выше, чем раньше. Для людей Вилли в 2 раза больше крон в кошельке, значит в 2 раза больше уважения тому, кто кошелек дает. Ну, нам пора. Верно. Нужно еще заглянуть в Золотой Осетр. Рад был вас увидеть. Берегите себя. Ты тоже. Бывай, Дуду. Зачем мы идем в Осетр? Встретиться с девушкой, которая когда-то мне... Кто она? Знакомая Лютика. Ее зовут Беа. Она работает официанткой в Золотом Осетре. Это она помогла мне найти Лютика. Я хочу ее поблагодарить. Она тогда сильно рисковала. Почему? У меня на хвосте была храмовая стража. Заодно только общение со мной и ее могли высечь. Вечно ты во что-то ввязываешься. Вся в тебя. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Отличная погода. Знаешь... Я однажды была в городе, очень похожем на Новиград. Только люди там были гораздо выше, и кожа у них была черная. Это было где-нибудь в Зерикане? Нет, в другом мире. Ха. А как это, прыгать между мирами? Как проходить через портал или по-другому? Немного по-другому. Сначала было тяжело. Я не очень умела это делать. Приходилось ужасно сосредотачиваться, чтобы не оказаться, например, внутри вулкана. Но я многому научилась у Авалакха. Теперь я просто думаю о том месте, куда хочу попасть, закрываю глаза и готова. Опять кольчуга заржавеет. Чего ты здесь ищешь, злодей? Дали тебе шанс. Надо было им воспользоваться. Плевала я на ваши шансы. Еще пожалеешь, корова! Следи за языком, когда говоришь с дамой. Не суйся, не в свое дело. Теперь уже мое. Тоже ведь сучий выродок. Да, к тому же очень опасный. Это мясник из Белого Сада. И что он там сделал? Деревья на мясо порубил? Юген...
Он зарубил полдеревни, а трупы старосты его жены тащил за лошадью до самого Новиграда. Пойдем отсюда. Послушай приятеля, он дело говорит. Простите. Спасибо. В этот раз они и правда были настроены решительно. А я говорила, чтобы ты их не задевала. Что же теперь? Не впускать мне людей только потому, что какой-то громила мне угрожает? Как бы не так. Рада тебя видеть, Беа. И я тебя, Цири. Кто твой галантный спутник? Защитник обиженных и угнетенных. Так случилось, что меня все время обижают. То здесь, то там. Может, ты не откажешься меня защитить? Беа, вертихвостка, возьми себя в руки. Это же Геральт. Так что же ты мне сразу не сказала? Мне очень приятно. Я много о тебе слышала. Например, что? Например, то, что ты спасал ее из передряг столько раз, что и не сосчитать, и всегда мог ее развеселить. Это я слышала от Цири. А от других? Беа, я еще здесь. Ну хорошо, хорошо. И что вас привело? Я хотела тебя поблагодарить за все. Ох, да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не у каждого хватило бы смелости. Спасибо. Это тебе, маленькая безделушка, чтобы ты обо мне помнила. О, какая красота! Спасибо! Так что, вы останетесь? Будет суп и гуляш. Корчмарь утром порося забил. Спасибо, но нам нужно навестить застенье. А, к Вальде идете. Ну, не буду задерживать. Там вас тоже хорошо накормят. Будьте здоровы. Присматривай за ней, ведьмак. Присмотрю. Бывай. Это твоя подруга, Беа. Что с ней? Ничего. Она довольно милая. Геральт, ты невыносим. А что такого было интересного на застенье? Лагерь бродячих циркачей. Нелюдей. Когда я сюда приехала, то хотела найти Трис. Жилось мне тут нелегко. Деньги, которые дал мне барон, почти сразу закончились. С Трис мы так и не встретились. Нам помешала храмовая стража. А меня же разыскивали. Трис что, не пробовала с тобой связаться? Она же не знала ни о чем. Она думала, что встречается с очередной алхимичкой, которая собирается бежать из Новиграда. Я не хотела подвергать ее опасности. За мной гнались, я была без гроша. Тогда я встретила Вальда. Он и его люди мне помогли, потом познакомили меня с Беа, а благодаря ей я попала к людям. Остальное ты знаешь. Может, иди ты на... Скучно, мать его, идти. Покусаешь меня, волчонок? Честь и отчизна. Не шали! Держись от меня подальше. Где этот твой знакомый? Там! Вальдо! Айгар! Цири! Ты дьявол воплоти! Куда ты пропала? Привет, малышка! Ты что, дедушку привела? Айгар, ты невыносим! Позвольте представить. Геральт из Ривии. А, приветствуем! Мы много о тебе слышали! И я вас.
Спасибо, что помогли Цири. О, у нас просто не было выбора. Такой девушке нельзя отказать. Успели в последнюю минуту. Завтра вы бы нас здесь уже не застали. Уезжаете? Скоро начнут выселять нелюдей. Мы хотим упредить события. Понимаю. Проблема в том, что по дороге у нас пали два коня, а два других слишком слабы, их не запряжешь. Мы как-нибудь справимся. Впрочем, уезжаем мы только завтра, так что сегодня горевать не стоит. Да, прошу простить, пойду поговорю с купцом. Может, он согласится обменять наших кляч на одного здорового коня. Чтобы Вальда завтра не пришлось горевать. Может, мы вам как-нибудь поможем? Не волнуйтесь за нас. Мы всегда находим выход. Правда, Цири? Скажите лучше, что вас привело. Я хотела попросить прощения. Когда я исчезла так внезапно... Да ладно! Главное, что ты вернулась. И что ты жива и здорова. Это вам. Ровно столько, сколько ты мне тогда одолжил. Еще немножко сверху. Цири, ты же знаешь, что я этого не возьму. А ты знаешь, что я не приму отказа. Знаю. Давай на это сыграем. Ты в седле-то держаться не разучилась? Само собой. Тогда устроим заезд. Геральт, присоединишься? С удовольствием. Вот это я понимаю. Пойдемте. Геральт, возьми одного из этих. Иду, иду. Раньше ты была быстрее. Я дала тебе фору. Быстрее, ты отстаешь. Вперед смотри, а то еще упадешь. Что-то ты замедлился. На тебя хочу поглядеть. Я все еще могу тебя обогнать. Я поддавалась. Прекрасные скачки. Надо это отметить. У нас есть несколько бочек самого лучшего каэдвенского. Сейчас все соберутся и зажгут костры. Эта ночь будет нашей. Хорошо все вышло, да? Что ты имеешь в виду? Тебя и Трис. Честно говоря, я не ожидала. Иногда жизнь умеет удивить. Так, что же такого случилось, что... Что мы теперь вместе? С Йеннифер это была вечная борьба, споры, эмоции. Это неплохо, но... Но что? Это выматывает. А с Трис я не мучаюсь. Я, наконец, обрел гармонию, спокойствие. Все так, как и должно быть. Еще вина? Спасибо. Я рада, что мы остались. Я тоже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Ах, я бы с таким удовольствием осталась с ними. Пила бы, путешествовала бы из города в город, ни о чем бы не заботилась. Не жизнь, а сказка. Но сперва надо победить дикую охоту. Боюсь, в моем случае схватка с охотой только начало. Ты о чем? Ты обещала! Я пошутила! Иногда так хочется быть такой, как они. Временами мне тоже тяжко быть ведьмаком. А мне таскать мое наследство. Вот бы я была как все обыкновенной. В
Твоя жизнь принадлежит тебе, и ты сама решаешь, кто ты. Геральт, ты хорошо знаешь, что это не так. Все из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Благодаря ей у меня есть все эти способности, но из-за нее я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победи, Маридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Редина. Когда-то это были чародейки из ложи. Теперь мой отец, даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть о Валакхе? С Валакхом все иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки, не вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. Чем раньше ты избавишься от иллюзий, тем лучше. Ты о чем? Однажды Авалак попросит тебя об услуге. Даже если это так, у меня есть еще очень-очень много времени. И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. Это Пабло! Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут? Лучше скажи, что у тебя получилось с купцом. Ты коней раздобыл? А, это все гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Значит, придется раздобыть коней другим способом. Ого, я чую неприятности. Я знал, что тебе понравится. Мы хотим пробраться в его конюшню. Там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Что делать? Надо помогать другим в беде. Должен признаться, мне показалось, что ты не такой. Какой? Решительный. Но в путь. Встретимся у конюшни. Айгон, стой на страже. Мы с Цири попробуем зайти. Хорошо. Геральт? Закрыто. Может, есть другой путь? Вот, Герн. Подождите здесь. Я зайду и открою вам изнутри. Только не наделай шуму. Хорошего понемножку.
А вот и ключ. Быстро залезайте. Сначала нужно успокоить всех лошадей, пока они не перебудили стражников. Наконец-то! Какая работа! Видели двух недоумков, которые за нами гнались? Они чуть сапоги не потеряли. Спасибо, Геральт. Это было здорово. Факт. Приятная замена охоте на чудовищ. Спасибо, что помогли и что ты нас навестила. Здорово было снова вас увидеть. Держитесь и берегите себя. А вы не забывайте о нас. Я загляну попрощаться к Вальдо. Тогда увидимся у Лютика. У меня еще остались кое-какие дела в городе. До встречи. Настанет сегодня. Самуичка. Вальдер. Белоголовый. Здесь чудовищ нет. Ну? Герой. Домой еще. Пошла. Честь и отчизна. Знаешь, сил нет.